С тех пор, как на Руси стали делать самовары, эти водогрейные приборы прочно вписались в быт любой российской семьи и скоро стали главным атрибутом любого застолья, символом гостеприимства и крепости семейных и дружеских отношений. Засиживались за самоваром часами. Так кипяток-то там сохранялся длительное время. Поэтому можно было сидеть и час, и два, и выпивать чаек, не одну чашечку, а может быть и три, и пять. И в результате этого, наверное, была очень такая интересная беседа. Бросается в глаза пятиведерный самовар, похожий на генерала страны самоварии, так называется выставка. Однако самым ценным не только по своей редкости, но и реальной цене организаторы выставки называют вот этот, на первый взгляд, неброский экспонат. Поступил в музей от владельца кожевенного завода Суслопарова. Самовар посеребренный, самый первый, производство Варшава. Но ценная, дорогая вещь. Это же все-таки серебро, не медь, не латунь. Дорогой самовар. Многие из представленных на выставке самоваров из коллекции Евгения Комарова. Кстати, его любимый экспонат – вот этот небольшой самоварчик, который на протяжении долгого времени передавался из поколения в поколение как талисман в одной вятской семье медиков. Я на него когда смотрю, то есть у меня в голове, то есть вся вот эта вот несколько веков, на протяжении которого вот эта вся семья была, она у меня как-то перед глазами встает. Не знаю почему, но вот такое вызывает как бы. Евгений Николаевич собирает и реставрирует самовары. Хочет возродить славу вятского самовара, которая когда-то гремела по стране не хуже самовара тульского. В Вятском крае были знаменитые мастерские, такие как братья Поповы в Слободском, Михаил Александрович Нечаев в Вятке, братья Косолаповы в Вятке. То есть это имена, которые, собственно говоря, и сделали вот это самоварное наше прошлое, которым мы сейчас довольствуемся здесь уже в настоящем. В экспозиции представлено несколько десятков самоваров. Не только вятского производства, а практически всех известных заводов дореволюционного и советского времени. Также здесь представлены изделия из фарфора, которые в свое время создавали особый антураж семейным чаепитиям и служили достойным обрамлением генералу стола, русскому самовару.